Канун нового 1945 года заместитель начальника генерального штаба Антонов объявил: только что звонил Поскребышев и передал, чтобы мы были на ближней половину 12-го, без карт и документов. На мой вопрос, что бы это значило, Алексей Иннокентьевич ответил шутливо: может быть, нас приглашают встретить Новый год. Неплохо бы. В 23 часа мы выехали, теряясь в догадках о цели вызова. Ежедневные наши поездки на доклад к Верховному были, как правило, более поздними. А на праздники нас не приглашали. За годы войны мы и слово-то это забыли. Но, как выяснилось, нас действительно пригласили для встречи Нового года. За несколько минут до 12 все вместе прибыли члены Политбюро. С ними некоторые наркомы. Всего собралось человек 25 мужчин и одна единственная женщина. Жена присутствовавшего здесь же Пальмира Тольятти. Сталин, как всегда, занял место в торце стола. С ударом часов верховный главнокомандующий сказал краткое слово в честь советского народа, сделавшего все возможное для разгрома гитлеровской армии. Некоторая скованность, чувствовавшаяся в начале, скоро исчезла. Разговор стал общим, послышался смех. Буденный внес из прихожей баян, привезенный с собой, и развернул меха. Когда Буденный устал играть, Сталин завел патефон. Пластинки выбирал сам. Гости пытались танцевать, но дама была одна, и с танцами ничего не получилось. Возвращались мы из Кунцево уже около 3 часов ночи. Первая за всю войну встреча Нового года не в служебной обстановке порождала раздумья. Дышалось уже легче. Но мы-то знали, что в ближайшее время начнется новое грандиозное наступление. Гитлер и его окружение впервые встречают Новый год в Адлерхорсте, Орлинном гнезде. Они вынуждены были бежать сюда из Вольфшанца, Волчьего логова, ставки в Восточной Пруссии, где просидели всю войну, с 41-го по канун 45-го. Я вряд ли в состоянии описать эту атмосферу. Дух угодничества, нервозности и фальши подавлял каждого. Физически Гитлер представлял собой страшную картину. Он передвигался с трудом, волоча ноги. Левая рука ему не подчинялась, правая постоянно дрожала. Глаза были налиты кровью. С уголков губ часто стекала слюна. Жалкое и отвратительное зрелище. У меня сложилось впечатление, что он сам стал величайшей жертвой своей лжи. Он сам верил в число дивизий, которые часто представляли собой одни штабы и были обозначены на карте флажками. Так в ночь на 31 декабря он заявил: «Новогодняя ночь в истории Германии всегда сулила немцам военные успехи».
Между тем, это было заявлено в тот самый момент, которого германские милитаристы боялись со времен Бисмарка. Они оказались между двумя фронтами. Нового 45-го года здесь, в пригороде Будапешта, на этой улице появился офицер советской армии. Зимний день только начинался, но было уже светло. Во всяком случае, гитлеровские солдаты, засевшие в этих домах, не только слышали сигнальную трубу, но хорошо видели белый флаг в руках офицера. Это был капитан Иван Остапенко. Здесь, в Будапеште, был окружен вражеский гарнизон, и командование 2-го Украинского фронта в избежании напрасного кровопролития выслало парламентера. Пройти Остапенко по этой утренней улочке было совсем немного, 125 шагов. Шел безоружный. Война близилась к концу, это понимал каждый разумный человек. Вот на этом месте его встретили гитлеровцы, взяли пакет. А когда Остапенко повернулся и пошел назад, выстрелили безоружному в спину. Здесь же под Будапештом был убит и второй советский парламентер. Венгр Миклош Штейнмец. Так было совершено одно из самых циничных преступлений в истории войн. Да, конечно, фашизм был приперт к стенке, но он был еще жив. Сохранив мне жизнь 20 июля, Всевышний показал, что он хочет, чтобы я оставался вашим фюрером. Немецкие рабочие, работайте. Немецкие солдаты, воюйте. Немецкие женщины, будьте такими же фанатичными, как всегда. Гитлер лицемерил, бросая эти лозунги. Он уже и сам не верил в них. На что же надеялись нацистские руководители в январе 45-го? На раскол антигитлеровской коалиции. Эти авантюрные надежды могли бы сбыться, если бы не мощь советских армий, не обстановка на Восточном фронте. Что же происходило к началу 45-го года на советско-германском фронте, который по-прежнему оставался главным фронтом Второй мировой войны? Его протяженность в результате действий Красной армии сократилась до 2200 километров, вдвое по сравнению с 1944 годом. Здесь гитлеровцы держали главные свои силы, 169 дивизий. От Балтики до Балатона им противостояли 10 советских фронтов. И вместе с Красной армией вооруженные соединения Югославии, Польши, Чехословакии, Болгарии и Румынии. Мы превосходили врага в живой силе и технике. К началу года ставкой Верховного Главнокомандования была разработана одна из крупнейших операций войны, получившая название «Висла-Одерской». Ее цель – удар на берлинском направлении соединенными усилиями нескольких фронтов. Одновременно планировалось нанести сокрушительные удары в Восточной Пруссии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Гитлеровцы не сумели разгадать советских стратегических замыслов. Тем более, что ставка предприняла активные, отвлекающие действия на севере и юге. Немецкая разведка считала, что именно здесь советскими войсками будут нанесены два главных удара. Исходя из этой идеи, командование вермахта и расставляло свои войска. То, что стратегический фронт противника приобрел
такую своеобразную форму, когда на флангах висели крупные группировки войск при относительно слабом и необеспеченном резервами центре, заставило нас подумать о наиболее целесообразных способах действия на главном направлении. Не следовало ли в этом случае оставить мысль о равномерном продвижении по всему фронту, которое привело бы просто к выталкиванию противника? Не лучше ли было прорвать этот относительно слабый центр прямым ударом, расчленить стратегический немецкий фронт и, не теряя времени, развить наступление на Берлин? На Берлин. Да, предстоящее советское наступление имело целью не просто успех, а окончательную победу. Вот так, наконец, и прозвучали эти слова. Окончательная победа. Советским армиям предстояло завершить разгром врага и освободить народы, которые еще оставались в фашистском рабстве. Основные усилия предполагалось сосредоточить на Варшавско-Берлинском направлении. Маршал Жуков был назначен командующим Первым Белорусским фронтом, которому предстояло здесь наступать. Его соседом на юге был Первый Украинский фронт под командованием маршала Конева. На севере Второй Белорусский, которым командовал маршал Рокоссовский. Начало операции было назначено на 20 января. Однако в это время англичане и американцы терпели поражение в Арденнах. И чтобы помочь союзникам, верховный главнокомандующий приказал начать наступление раньше. Таким образом, срок подготовки большой операции, где было рассчитано все буквально по часам, был сокращен на неделю. Срок начала операции приближался, а работа оставалась все еще непочатый край. И тут неожиданно мы получили распоряжение Ставки о переносе начала наступления на 6 дней раньше. Как нам недоставало этих 6 дней для завершения подготовки. Но делать нечего, будем наступать. Вот все эти мирные пространства, которые сейчас так легко проплывают под нашим самолетом, и дальше туда, до самого горизонта, и дальше за горизонт на расстояние сотен километров, в 1945 году представляли непрерывную полосу обороны. Я думаю, что такой оборонительной полосы, да, впрочем, ее даже трудно назвать полосой, она была эшелонирована от 300 до 500 километров. Такой обороны просто нигде не существовало в мире. Кроме того, большинство рек здесь течет, так сказать, поперек наступающим. Перечислю только главные из них. Висла, Бзура, Равка, Радомка, Нида, Пилица, Варта, Обра, Одер. Крупные города были превращены в крепости. Средневековые стены ощетинились тысячами стволов тяжелой артиллерии. Море огня обещало наступающим эта оборона. Как легко и приятно нам было лететь над сегодня мирными землями. Не будем забывать, что каждый метр этой земли, буквально каждый метр, преодолен советским солдатом. Редко пешком, чаще на броне танка, а еще чаще то бегом, то по-пластунски. Мир еще никогда не знал такого умелого и храброго солдата, как советский солдат 45-го года. Горит свечи, огарочек, гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Налей, дружок, по чарочке, по нашей фронтовой. Не тратя время... Чем ближе к концу шла война, тем сильнее и сильнее обрисовывалась нелегкая задача советского военного руководства на фронтах – наступать и сохранять людей.
Обидно и горько терять солдат в начале войны, но трижды обидней и горше терять их на пороге победы. Терять героев, которые прошли через страшные испытания, тысячи километров прошагали под огнем. Командиры и политработники получили категорический приказ добиваться выполнения задачи с минимальными потерями, беречь каждого человека. Мы полагали, все, что мы сделаем огнем вместо штыка, убережет наши войска от лишних потерь. Будет специфическим выражением заботы о человеке. В той мере, в какой вообще слова «забота о человеке» совместимы со словом «война». Огнем вместо штыка. Висло-Одерская операция началась ураганным огнем. До 300 орудий и минометов на каждый километр фронта. Эта огневая мощь ковалась в тылу. Удивительный феномен советской экономики. Обычно к концу войны силы воюющих сторон иссякают, а мощность нашей промышленности росла с каждым военным годом. К 45-му мы превосходили гитлеровцев по танкам в 1,5, по артиллерии почти в 2, по самолетам в 3 раза. Именно героическая работа тыла позволила начать Висло-Одерскую операцию огневым шквалом. Солдаты и офицеры нашей армии полностью потеряли всякое самообладание и, самовольно покидая позиции, уходили вглубь обороны. В боевых соединениях вермахта в те дни свирепствовали полевые суды. Все чаще и чаще в дома немцев приходили изуверские, даже по нацистским меркам, документы. Счет по делу Густава Нейбауэра, обвиненного в разложении вооруженных сил. Пошлина с приговора о смертной казни 300 марок. Почтовые сборы 2 марки 70 пфеннингов. Плата адвокату 81 марка 60 пфеннингов. Расходы по содержанию под стражей 204 марки. Стоимость приведения приговора в исполнение 158 марок 18 пфеннингов. Итого 766 марок 80 пфеннингов. И все же говорить о моральной сломленности гитлеровской армии пока не приходилось. Гитлеровский солдат на поле боя продолжал драться так же, как он дрался раньше, отличаясь, особенно в обороне, стойкостью, иногда доходившей до фанатизма. Огня! Огонь! Огня! Огонь! Но слепой фанатизм беспомощен перед убежденностью в правоте своего дела. А именно она вела вперед и советских солдат, и польских жалнежей, бойцов войска польского, которые прошли с боями от Ленина на Могилевщине до своей многострадальной Варшавы. 17 января Варшава была освобождена. Почетное право первыми пройти по свободным улицам Варшавы было предоставлено частям войска польского, а также соединениям 47-й и 61-й армии. Парад освободителей принимали Берут, Роля Жемерский, Осуп Комаравский, руководители Временного правительства, созданного в Польше накануне 45-го года. Военный совет Первого Белорусского фронта докладывает: фашистские варвары уничтожили столицу Польши, Варшаву. С ожесточенностью изощренных садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Город мертв. Все, что вы видите перед собой, заново построено. Даже старая часть города, старое место. По рисункам, чертежам, фотографиям. Тогда на месте Варшавы существовали только руины. Впрочем, и в этих каменных развалинах ожидали своих жертв мины. Их было ни много ни мало, больше 2 миллионов. По 10 мин на каждого уцелевшего жителя многострадальной Варшавы. Советские и польские солдаты обезвредили эти мины. За 8 дней построили мост через Вислу.
Невдалеке еще гремели бои, а в польскую столицу из Советского Союза уже шли эшелоны с хлебом, углем, нефтью, продовольствием. В конце ноября 44 года меня вызвали в Москву. Сталин особенно внимательно рассматривал на карте Силезский промышленный район. Здесь было огромное скопление промышленных предприятий, шахт с мощным оборудованием. Сталин указал пальцем на карту, обвел этот район и сказал: «Золото». Сказано это было так, что в сущности не требовало дальнейших комментариев. Надлежало принять все меры к предельно возможному сохранению Домбровско-Силезского промышленного района. Тем более, что после освобождения эти исконно польские земли должны были отойти к Польше. Поэтому, по нашему плану, удары войск шли в обход этого района, севернее и южнее его. Когда клещи вокруг Силезска Домбровского бассейна готовы были сомкнуться, маршал Конев стал перед выбором. С одной стороны, окружение – это венец наступательного воинского искусства. Замкнуть окружение, и дальше все ясно. Опыт ликвидации подобных котлов у нас был. Но с другой стороны, нужно было штурмовать окруженных. А значит, и разрушать район за районом, завод за заводом, шахту за шахтой. На моих плечах в данном случае лежала большая ответственность. И я, не будучи от природы человеком нерешительным, все же не скрою, долго колебался и все взвешивал, как поступить. В итоге всех размышлений я принял окончательное решение не окружать врага, оставить ему свободный коридор для выхода из Силезского бассейна и добивать его потом, когда он выйдет в поле. Жизнь впоследствии оправдала это решение. Войска маршалов Жукова и Конева буквально на плечах противника стремительно продвигались на запад к Одеру. Темп движения доходил до 70 километров в сутки. Во главе наступавших шли танковые армии генералов Лелюшенко, Богданова, Рыбалка, Катукова. Командующему 1-й гвардейской танковой армией генералу Катукову. Познань возьмут Чуйков и Колпакчи. Вы со своей армией быстрее двигайтесь вперед. Жуков. Наши войска подходили к оборонительным и водным рубежам раньше отступающих частей вермахта. Переправы наводились в глубине немецкой обороны. Стоило где-то задержаться, позволить противнику занять заранее подготовленный оборонительный рубеж, и темпы наступления сразу упали бы. Днем 25 января мне позвонил Верховный. Выслушав мой доклад, он спросил, что мы намерены делать дальше. Противник дезорганизован и не способен сейчас на серьезное сопротивление, ответил я. Мы решили продолжать наступление с целью выхода войск фронта на Одер. Основное направление наступления на Кюстрин, где мы попытаемся захватить плацдарм. С выходом на Одер вы отрываетесь от фланга 2-го Белорусского фронта. Больше, чем на 150 километров, ответил Сталин. Этого сейчас нельзя делать. Надо подождать. Примерно дней 10. Я прошу не останавливать наступление фронта, так как потом нам будет труднее преодолеть мизерицкий укрепленный рубеж. Верховный обещал подумать, но ответа в тот день мы не получили. На следующий день, 26 января, разведка захватила большую группу пленных. Из их показаний было установлено, что Мизерицкий укрепленный район на многих участках еще не занят немецкими войсками. Их части еще только выдвигаются туда. Командование фронта приняло решение ускорить движение на Одер и попытаться сходу захватить плацдарм на его западном берегу. Главные силы фронта к 1-4 февраля вышли к Одеру и захватили на его западном берегу в районе Кюстрина очень важный плацдарм. Появление советских войск в 70 километрах от Берлина было ошеломляющей неожиданностью для немцев.
В момент, когда передовой отряд ворвался в город Киниц, на его улицах спокойно разгуливали немецкие солдаты. В ресторане было полно офицеров. Поезда на линии Киниц-Берлин курсировали по графику. Нормально работала связь. В эти дни в ставке Гитлера проходит совещание между Гитлером и начальником генерального штаба генералом Гудерианом. При этом Гудериан терпит поражение во второй раз. Первый раз, как генерал танковых войск, он проиграл под Тулой. Теперь проигрывает как генштабист. Доклады Гудериана отражают явную нервозность. Я не вполне уверен, что сейчас фронт проходит так, как здесь указано. Может, он уже передвинулся назад. Не совсем ясно, в наших ли руках город Герц. Во всяком случае, там произошло что-то не очень радостное. Диалоги с Гитлером носят почти опереточный характер. Я не понимаю только вот чего. Почему бы не оставить здесь крепостные части и не бросить сюда на первое время пехоту? Слушаю. Будет сделано не так, как здесь показано, а наоборот. Вот, не дашь заранее точных указаний, и могут случиться примитивнейшие просчеты. Те победные дни весны 45-го года были наполнены трагизмом правды, всей полной правды о фашизме. Эта правда открывалась с каждым шагом на запад по освобожденной Европе. И каждая страница этой правды была черна, как ночь. Константин Симонов писал из Освенцима: когда мы подходим к центральной, окруженной колючей проволокой площадке, вокруг нас уже многотысячная толпа. Я молча взбираюсь по ступеням крыльца. От волнения я оступился, у меня дрожат ноги. Сейчас мне предстоит сказать в этом лагере первые слова, пришедшие с родины. Я оглядываю необъятное многотысячное море голов и начинаю плакать. Заплакав, я вижу, что все кругом тоже плачут. Первые сведения о том, что представлял из себя этот лагерь, мне были доложены. Но увидеть лагерь собственными глазами я не захотел. Я не то чтобы не захотел, а просто сознательно не разрешил себе. Боевые действия были в самом разгаре, и руководство ими требовало такого напряжения, что я считал себя не вправе отдавать собственным переживаниям душевные силы и время. Там, на войне, я не принадлежал себе. Но не думать об этом было нельзя. Весть о 7 тоннах женских волос, обнаруженных в Освенциме, о 7000 килограммов, мгновенно разлетелась по фронтам. Солдаты рвались вперед, чтобы отомстить за страдания миллионов и добить зверя в его логове. Советские войска перешли границу Германии. Как всегда, в дни ожесточенных боев впереди шли коммунисты. К началу 45-го года больше половины всего состава партии находилось в вооруженных силах. Когда пламя боев перекинулось на территорию Германии, перед всем личным составом Красной Армии, прежде всего перед коммунистами, встали новые и нелегкие задачи. Изуверской политике фашизма наша партия, советские люди противопоставили подлинный интернационализм, политику мудрую и человечную. Большая помощь оказывалась мирным жителям. Все больше и больше немецких женщин, стариков, детей становилось на довольствие Красной Армии. Да, не такими рисовала наших солдат гитлеровская пропаганда. Военным советом всех армий сообщаю ориентировочные расчеты на ближайший период.
Задача войск фронта. В ближайшие 6 дней активными действиями закрепить достигнутый успех, подтянуть все отставшее, пополнить запасы до 2 заправок горючего, до 2 боекомплектов боеприпасов и стремительным броском 15-16 февраля взять Берлин. Жуков, Телегин, Малинин. Берлин, как известно, был взят в мае. После войны высказывалось мнение, что Берлином, несмотря на риск, надо было овладеть еще в феврале. В Висло-Одерской операции наши войска прошли уже свыше 500 километров. От Одера до Берлина оставалось всего 60-80 километров. 500 и 60-80. Так в чем же дело? Почему наши войска остановились так близко от цели? Сегодня можно твердо сказать, как ни близок был Берлин, но верх взяла реальная оценка обстановки, а именно из нее исходило советское командование. Давайте остановимся и мы и разберемся, что же происходило в это время на советско-германском фронте. Все было бы проще, если бы наступление всех соседних фронтов, первого украинского, первого, второго и третьего белорусского, развивалось одинаково успешно. Но если южному соседу Жукова, маршалу Коневу, удалось на первом украинском, проведя Нижнесилезскую операцию, обезопасить наш клин от удара под корень с юга, то на севере дела шли не так успешно. На то, конечно, были свои причины. Оборона гитлеровцев на севере была особенно прочной. Второй белорусской под командованием маршала Рокоссовского и третьей белорусской, которым командовал генерал Черняховский, взяли в кольцо 300-тысячную группировку немецких войск. Этот котел в Восточной Пруссии был похож на медведя. Ты его поймал, но он тебя не пускает. Немцы сидели в укрепленном районе, который создавался не годами, веками. Самые мощные укрепления, которые пришлось преодолевать советским войскам, находились здесь, на территории Восточной Пруссии. Как писала в те дни газета «Красная звезда», эти укрепления по своей мощности далеко превосходили линию Маннергейма. Это железобетонный стальной комбинат с подземными железными дорогами, электростанциями, бронированными шахтами, уходящими вглубь на глубину 30-50 метров. Подземное царство бетона и стали, способное вместить в себя целую армию. На десятки километров протянулись цепи надолб, бетонных колпаков, похожие на торчащие каски ушедших под землю гигантов. Вот это один из таких колпаков. Наши солдаты за 3 года войны, навидавшиеся всяких видов, такие укрепления встретили впервые. Именно здесь, на сотнях километров, насыщенных невиданными укреплениями, и развернулись события, которые сначала не очень вписались в общий план зимнего наступления советских армий в 1945 году, а затем существенно повлияли на его развитие. Как же это могло случиться? Пришлось с сожалением констатировать тот промах, который допустила Ставка, не приняв нашего предложения, сделанного еще летом, об усилении фронтов, действовавших на восточно-прусском направлении. В начале ноября меня и Антонова вызвал Верховный. И вновь он не счел нужным принять наше общее предложение усилить одной армией второй белорусский фронт Рокоссовского. Между тем, все более явственно, и не только на советских стратегических картах, но и на картах немецко-фашистского руководства обозначался отрыв первого белорусского фронта и оголение его правого фланга, открытого для удара со стороны Восточной Померании. Вскоре образовавшийся выступ назовут Померанский выступ или Померанский балкон. Вот
Померн, Померания. Стоявшая здесь крупная группа немецких армий Висла пополнялась отступающими воинскими частями. И здесь они собирались в мощный кулак. Для ликвидации нависавшей с севера опасности нужны были быстрые и решительные действия. Угроза контрнаступления немецких войск из Восточной Померании с каждым днем возрастала. 31 января военный совет фронта послал верховному главнокомандующему донесение следующего содержания. В связи с резким отставанием левого крыла 2-го Белорусского фронта от правого фланга 1-го Белорусского фронта, ширина фронта к исходу 31 января достигла 500 километров. Прошу приказать Рокоссовскому немедленно наступать в западном направлении. Товарища Конева прошу обязать быстрее выйти на Одер. Жуков, Телегин. Эта просьба маршала Жукова о помощи поступила в ставку в дни, когда войска 2-го Белорусского под командованием маршала Рокоссовского вели тяжелейшие бои. В ночь на 27 января гитлеровцы прорвались к штабу фронта. Константин Константинович Рокоссовский достал свой ТТ и как в 41-м под Вязьмой дослал патрон в патронник, готовясь к бою. Так непросто складывались дела в феврале на северо-западном направлении. Напряженность возрастала с каждым днем. Счет шел уже на часы. С севера угрожала готовая к наступлению ударная группировка в 500 000 вражеских солдат и 1500 танков. Взял на себя руководство этой группой армии Висла никто иной, как сам рейхсфюрер Гиммлер. Правда, особой храбрости он не показал, находясь в 100 километрах от поля боя в санатории, где лечился якобы от гриппа. 15 февраля Сталин потребовал от Жукова и Рокоссовского доклада относительно дальнейших действий. Оба маршала предложили разрезать ударами к северу померанскую группировку и, выйдя к морю, разделаться с ее, так сказать, ломтями. Однако враг упредил события. 17 февраля из района Штаргарта немцы нанесли сильный удар по войскам 1-го Белорусского фронта. За несколько дней до этих тревожных событий вечером заместитель наркома обороны маршал Василевский находился в Большом театре. Этот свободный вечер был специально разрешен Сталиным, накануне принимавшим маршала. Во время спектакля ко мне тихо подошел мой адъютант и сказал, что меня просит к телефону верховный главнокомандующий. Он-то и сообщил мне горестную весть. Убит генерал Иван Данилович Черняховский, командующий 3-м Белорусским фронтом. Не знаю, с чем сравнить во время войны гибель одного из талантливейших полководцев. Полковник Иван Данилович Черняховский встретил войну совсем недалеко от этих мест, на Немане. Там его дивизия приняла на себя удар танковой армии врага. Вернулся в эти места Иван Данилович в 45-м генералом армии, командующим фронтом, 38-летним, дважды героем Советского Союза. Во время ожесточенных боев в Восточной Пруссии М-ка командующего неизбежно появлялась там, где обстановка была наиболее сложной и трудной. Так было и 18 февраля, когда командующий спешил в боевые порядки 3-й армии, и когда взрыв тяжелого артиллерийского снаряда оборвал его жизнь. Хоронили Иван Даниловича в Вильнюсе, недавно освобожденном войсками его фронта. В Москве во время похорон был дан салют. 24 залпа из 124 орудий. Если мне не изменяет память, это был единственный в своем роде салют, траурный. Салют генералу, которому досталась солдатская смерть.
Маршал Василевский, получивший приказание вступить в командование 3-м Белорусским фронтом, тут же вылетел в Восточную Пруссию. Там началось вражеское контрнаступление. Фронт перешел к обороне. 20 февраля по предложению Жукова перешли к жесткой обороне и войска 1-го Белорусского фронта. Мощнейшим ударом подверглась армия генерала Берзарина, которая удерживала плацдарм на правом берегу Одера, имея в тылу город-крепость Кюстрин с многочисленным гарнизоном. Враг любой, буквально любой ценой пытался ликвидировать Кюстринский плацдарм как несомненную угрозу Берлину. Генералу Берзарину, я прошу вас всех понять историческую ответственность за выполнение порученной вам задачи и, рассказав своим людям об этом, потребовать от войск исключительной доблести и стойкости. К сожалению, мы вам пока не можем помочь авиацией, так как все аэродромы раскисли и взлететь в воздух самолеты не могут. Противник же летает с берлинских аэродромов, имеющих бетонные полосы. Рекомендую. Первое. Зарыться глубже в землю. Второе. Организовать массовый зенитный огонь. Третье. Перейти к ночным действиям, каждый раз атакуя с ограниченной целью. Четвертое. Днем отбивать атаки врага. Пройдет 2-3 дня, и противник выдохнется. Жуков. Каждый километр освобожденной земли взят советским солдатам в кровопролитных боях. Несколько иначе шло наступление союзников на западе Германии. Американские войска, вошедшие в город Ремаген, к полному своему удивлению обнаружили совершенно исправный железнодорожный мост через Рейн, который немцы не успели или забыли взорвать. Пока немцы, спохватившись, разрушали мост при помощи артиллерии, генерал Брэдли успел перевести на правый берег 5 дивизий. Дивизии первого эшелона потеряли 15 человек, второго 16. В боях Восточной Пруссии войска 2-го Белорусского фронта недосчитали с каждого 5-го солдата и офицера. Такова была цена стойкости, цена победы. Наступавшие с севера из Померании немецкие войска сумели продвинуться всего на 30 километров. Большего они добиться не смогли. 1 марта 1-й Белорусский фронт правым крылом двинулся вперед. В это же время усиленный резервами 2-й Белорусский фронт стал наступать на Кёзеле. Утром 5 марта танкисты Панфилова овладели Кёзелем. К нам в штаб-квартиру гонец доставил 3 бутылки, наполненные по горлышку прозрачной жидкостью. Это был подарок танкистов Панфилова военному совету фронта. В бутылках была вода. Не удержался, отведал на вкус. Горьковатая, с запахом водорослей. Вода Балтийского моря. Вот здесь, в этих водах, произошло боевое событие. Хотя и частная, но в то же время серьезно повлиявшая на исход всей мировой войны на море вообще. Я имею в виду не только Балтику. 31 января здесь патрулировала советская подводная лодка С-13 под командованием капитана 3-го ранга Александра Ивановича Маринеско. Это вот сегодня, сейчас на море полный штиль, прекрасная видимость. А в тот день 45-го года море штормило, корпус лодки обледенел, темнело, видимости никакой. И вдруг сигнальщик Виноградов доложил: «Вижу огни». Когда порыв ветра на мгновение очистил горизонт, командиру удалось разглядеть два силуэта
кораблей, один поменьше, а за ним прямоугольная громадина. Миноносец и лайнер, определил командир. Водоизмещением не менее 20 тысяч. Было принято решение обмануть конвой и атаковать там, где не ждут, со стороны берега. Смелое решение, но в то же время опасно. Если вы обнаружили лодку, ей на малой глубине не уйти. Старшина мотористов Масенков рассказывал, в жизни не забуду такой погони. Боялись, а если какой-нибудь подшипник выйдет из строя, значит, все, конец, атака сорвется. Наконец, через 2 часа такой гонки лодка вышла на боевой курс. Атаковали, не погружаясь с поверхности. Все 3 торпеды точно легли в цель. Даже на базе Маринеско не знал, что же он, какой же лайнер он потопил. Это стало известно только на следующий день из сообщений шведского радио. Да из объявленного на всю Германию траура по этому поводу. Судно, которое потопил Маринеско, называлось «Вильгельм Густлов». Девятипалубный лайнер стал в годы войны плавбазой подводников. При пуске на вот этого судна присутствовал сам Гитлер. Он назвал фон Густлов морским раем. 31 января Вильгельм Густлов имел на борту около 8 тысяч человек, в том числе все руководство нацистской партии и СС Восточной Померании и Данцига, курсантов и преподавателей высшей школы подводного плавания, а также самый ценный и практически невосполнимый кадровый резерв Германии, около 100 экипажей подводных лодок и столько же командиров. По приказу Гитлера командир конвоя был расстрелян. Капитан 3-го ранга Маринеско был объявлен личным врагом фюрера и рейха. Это только одна страница героической летописи балтийцев. Подводники Балтики, действуя в невероятно сложных условиях, потопили свыше 60 транспортов противника. Целые дивизии врага нашли свою могилу на Балтийском дне. Известие о потоплении Вильгельма Густлова Гитлер получил уже в Берлине, куда перебрался из Адлерхорста. Фюрер все еще ждет, когда перессорятся союзники. На совещании по международным вопросам фюрер дал понять, что им подкинута западным союзникам дезинформация о том, что вместе с советскими войсками на территорию Германии вступает 200-тысячная армия, сформированная из немецких коммунистов и военнопленных, перешедших на сторону Советов. Получив это сообщение, западные союзники почувствуют, сказал Гитлер, что их как будто пронзили острием. Что касается Черчилля, он готов был взять на вооружение любую фальшивку. Друг его Моран пишет. Черчилль больше не говорит о Гитлере. Он толкует об опасности коммунизма. Он представляет себе картину, как Красная Армия несет коммунизм из одной страны в другую. У него это стало навязчивой идеей, и, по-видимому, он не может думать ни о чем другом. Гитлер угадывал эти настроения. Он призывал армию обороняться на востоке и до последнего, контрнаступать при первой представившейся возможности. Судьба Германии решается там. И вот одна из последних попыток вермахта изменить положение. Собрав мощный танковый кулак, враг пытался пробиться к Будапешту. Целью немцев было также защитить единственное оставшееся нефтяное месторождение, снабжавшее германские моторы горючим. Будапешт к этому времени уже освобожден советскими войсками.
За плечами солдат-освободителей почти двухмесячный штурм города-крепости, где бои шли от дома к дому, от улицы к улице. Рядом с советскими воинами дрались венгерские добровольцы. Венгры не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского ига вошла в Венгрию Красная Армия. Она не имеет других целей, кроме разгрома вражеских германских армий и уничтожения господства гитлеровской Германии в порабощенных ею странах. Перед временным национальным правительством Венгрии встала задача вернуть жизнь столице, лежащей в руинах. В освобожденных районах демократические силы Венгрии во главе с коммунистами налаживали новую жизнь. Но передышка была недолго. Победителей ждали новые испытания. В районе озера Балатон Гитлер собрал 11 танковых дивизий. С запада сюда была переброшена 6-я танковая армия СС. Под Балатоном враг имел двойное преимущество в танках. Маршал Толбухин принял решение. Преднамеренная оборона, как во время Курской дуги. Я стою на берегу Дуная. Обычный берег. Ничем вроде бы не примечательный, кроме одного. Вот сюда, до этих рубежей, отступили весной 45-го прижатые к реке войска маршала Толбухина. Здесь был последний плацдарм на правом берегу Дуная. Встал вопрос, удерживать ли его. Ведь оборона будет невероятно трудной. Враг ожесточен до предела. А не лучше ли перебраться на другой берег реки и там уже прочно удерживать позиции? Правда, возникал и другой неизбежный вопрос, а как в этом случае действовать дальше? Ведь при контрнаступлении пришлось бы снова форсировать Дунай. Выходило так, что эта передышка в будущем могла очень-очень дорого обойтись. 9 марта маршал Толбухин обратился по телефону в Ставку. Он спрашивал, не стоит ли его войскам, или в крайнем случае штабу, отойти на левый берег Дуная, чтобы не потерять управление. Сталин сказал примерно следующее. Товарищ Толбухин, если вы думаете затянуть войну на 5-6 месяцев, то, конечно, отводите свои войска за Дунай. Там, безусловно, будет потише. Но я сомневаюсь, что вы так думаете. Поэтому обороняться следует на правом берегу реки, и вам со штабом быть именно там. Так и получилось. Именно здесь, на небольшом плацдарме, были расстреляны тигры и пантеры наступавших гитлеровцев. Балатонское сражение вошло в историю как последнее оборонительное сражение советской армии в Великой Отечественной войне. Завершив его, войска маршалов Малиновского и Толбухина взяли курс наверх. В наступательных боях Венской операции сказалась дальновидность советского командования. В бой вступали свежие войска. Как бы ни было трудно под Балатоном, маршал Толбухин по приказу Ставки не вводил в сражение 9-ю и 4-ю гвардейские армии. Теперь они стали ударной группировкой фронта в боях на австрийской земле. Мы помнили, что Австрия была первой жертвой гитлеровской агрессии. Когда Красная Армия перешла австрийскую границу, советское правительство заявило, что не преследует цели приобретения какой-либо части австрийской территории или изменения социального строя Австрии. Советские солдаты несли с собой не разрушение, а возрождение.
Стремительность наступления советских войск не позволила гитлеровцам уничтожить Вену, один из красивейших городов Европы. Одновременно с наступлением в Австрии Ставка предприняла решительные действия на севере, в Кёнигсберг. Таким образом, грандиозная эпопея штурма Кёнигсберга и окружавших его укрепленных районов подходила к завершению. Немцы, считая Кёнигсберг неприступным, отвергли предложение маршала Василевского сдаться без кровопролития. Вот это остатки стены 5-го Кёнигсбергского форта. Снаряды от нее отскакивали по свидетельству маршала Баграмяна, как горох. Немецкие фортификаторы вообще считали этот форт неприступным и рассчитывали отсиживаться в нем месяцами. Однако 20-летний сапер Владимир Полупанов из роты лейтенанта Сидорова опроверг все их расчеты. Вот здесь, сверху, непрерывно строчили 50 гитлеровских пулеметов. Наша артиллерия вынудила их на время замолчать и уйти в укрытие. Одновременно было произведено 3 взрыва отвесной стены этого рва и пущена дымовая завеса. В один из взорванных проемов, вот в этот, Полупанов испустил свой плотик со взрывчаткой. И вот тут начались главные метры в его жизни. 20 метров от того берега рва до этого берега, когда греб не помнил. Помнил, что заложил взрывчатку, на нее ушло 200 противотанковых мин, точно по инструкции. Боялся только, чтобы не погас шнур. Взрыв потряс небо, в пролом рванулась пехота. Оборона 5-го форта была взломана в первый же день осады. Вот это только один из сотен взрывов здесь, в Кёнигсберге. 1000 орудий создавали невообразимый грохот. Земля под ногами качалась, как при землетрясении. Даже в бинокль трудно было что-либо разобрать. Генерал Белобородов не отнимал телефонной трубки от уха. «Ну что там?» – поминутно спрашивал он то одного, то другого командира корпуса. Ответы были односложны. «Пошли вперед! Атакуем!» На другой день солнце взошло и осветило пылающий город. В воздух поднялись тысячи самолетов, которые, как сказал генерал Попивин, устроили фашистам последний день Помпеи. Многие укрепления были разрушены. Движение танков, автомашин и подразделений пехоты с тяжелым вооружением по улицам города стало невозможным. Выходя из укреплений на улицы, чтобы связаться со штабами частей, мы не знали, куда идти, совершенно теряя ориентировку. Настолько разрушенный и пылающий город стал неузнаваем. Никак нельзя было предположить, что такая крепость, как Кёнигсберг, падет так быстро. Девятого апреля начал сдаваться в плен оставшийся в живых гарнизон. 92 тысячи во главе с генералом Ляшем, которого Гитлер заочно приговорил к смертной казни и который знал, какая участь ждет его семью. Личный представитель Гитлера Гауляйтер Кох отчалил в Данию на ледоколе, ожидавшем всю зиму наготове. А попросту говоря, сбежал, на прощание приказав войскам драться до последнего. Так был блестяще осуществлен замысел Ставки. Вот только теперь, одержав победу в Померании и Восточной Пруссии, можно было уверенно браться за Берлинскую операцию. Судьбы всех этих земель, Силезии, Восточной Пруссии, Померании, земель, на которых сражались и побеждали советские солдаты, а в общем-то и судьбы всей Европы, решались в начале 45-го дважды. Один раз на полях сражений, а другой за столом дипломатических переговоров. 3 февраля на поле маленького аэродрома в Крыму
сошли 700 англичан и американцев. Военные, дипломаты, технический персонал. Все они сопровождали президента Соединенных Штатов Франклина Рузвельта и премьера Великобритании Уинстона Черчилля. Начиналась Ялтинская конференция глав правительств антигитлеровской коалиции. Ну что ж, сегодня у нас есть повод вспомнить, что произошло в Ялте. Проследите то, как ялтинские решения выполнялись, и то, кто и как от них отступал, отказывался от принятых обязательств. Итак, 4 февраля 1945 года. Ялта, Ливадийский дворец. Первый день работы. Открывает совещание Рузвельт. Докладывают об обстановке на фронтах генерал Антонов и генерал-маршал. Черчилль благодарит за помощь Красную Армию в связи с событиями в Арденнах. Сталин отвечает, что это было выполнением товарищеского долга. Адмирал Каннингем просит советские войска ускорить взятие Данцига, потому что там сосредоточено 30% производства немецких подводных лодок и основные кадры гитлеровского подводного флота. Никто из присутствующих еще не знает, что произошло 3 дня назад с этими основными кадрами. Второй день Ялтинской конференции. Идет обсуждение послевоенного будущего Германии. Если у нее будет какое-либо будущее, бросает реплику Черчилль. Сталин отвечает, что Германия будет иметь будущее. Эта позиция Советского Союза нашла отражение в совместно принятом коммюнике. Я цитирую. Когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование для германского народа и место для него в сообществе наций. Прежде всего, мы согласны, заявляет Черчилль, что Германия должна потерять часть территории, которая должна быть отдана полякам. Я хочу обратить ваше внимание на черчиллевское «согласны». Черчилль молчит о том, какого труда стоило советской делегации добиться этого согласия. От обязательств, принятых в Ялте, Советский Союз не отступал никогда и не отступает, чего нельзя сказать о наших партнерах по переговорам. Вопрос о территориях, отошедших к Польше, несмотря на решение Крымской конференции, а через 30 лет и конференции в Хельсинки, продолжает подогреваться определенными кругами на Западе. Судетские немцы требуют Судеты, силезские – Силезию, прусские – Восточную Пруссию. Разумеется, не все немцы, а те, кто мечтает о реванше. В тот же день обсуждаются вопросы, связанные с предстоящим разгромом и капитуляцией немецко-фашистской армии. Предположим, говорит Черчилль, что с предложением о капитуляции выступит Гитлер или Гиммлер. Ясно, что союзники ответят им, что они не будут вести с ними переговоры, так как те являются военными преступниками. А ровно через месяц после этих заверений союзников в Швейцарии начались прямые переговоры между представителем военного преступника Гиммлера, генералом СС Вольфом, и Алленом Даллесом, главой американской разведки. В тот же день в сообщении посла Майского сказано, нужно иметь в виду, что послевоенная Германия будет совершенно свободна от расходов на вооружение, ибо она будет полностью разоружена. Да, это очень важное соображение, восклицает Черчилль. Ловит ли Черчилля за руку? Ведь уже буквально через несколько недель он отдаст тайный приказ генералу Монтгомери складировать немецкое трофейное оружие, чтобы можно было быстро вооружить им сотни тысяч немецких военнопленных для совместного удара по советским армиям. Этого не произошло, и в этом нет заслуги Черчилля.
Но уже в 1951 году в различных, не очень тщательно замаскированных организациях находилось на службе около 500 000 молодых немцев, составляющих фактически армию Западной Германии. А в 1956 году в городе Амберна состоялся первый официальный парад новой армии Западной Германии Бундесвер, который принимали канцлер Аденауэр и бывшие гитлеровские генералы. Третий и четвертый день. Польский вопрос. После долгих и трудных переговоров принято решение. Во главе Польши встанет реально руководящей страной польское правительство, дополненное некоторыми демократическими деятелями из эмигрантских польских кругов. Рузвельт говорит, что коммюнике следует подписать главам правительств, и он, Рузвельт, предлагает поставить первой подпись Сталина. Сталин возражает, указав, что в Соединенных Штатах имеется зубастая пресса, которая может изобразить дело так, будто Сталин повел за собой президента и премьер-министра. Поэтому он предлагает подписать коммюнике в алфавитном порядке, то есть первая подпись Рузвельта, вторая Сталина, третья Черчилль. Черчилль заявляет, что если руководствоваться английским алфавитом, то его подпись будет первой. Сталин отвечает, что он готов принять предложение Черчилля. Сталин, Черчилль и Рузвельт пришли в Ялте к единому мнению по всем основным проблемам. В том числе, и я это хочу подчеркнуть, единство мнений было высказано по кардинальному вопросу о возможности и необходимости сотрудничества стран с различными социальными системами. В коммюнике сказано: «Мы верим, что это является священным обязательством наших правительств перед своими народами, а также перед народами мира». Как жаль, что наши западные партнеры, так часто взывающие к высшим идеалам, забывают об этом священном обязательстве. На одном из заседаний в Ялте Сталин сказал: «Пока все мы живы, бояться нечего. Мы не допустим опасных расхождений между нами. Мы не позволим, чтобы новая агрессия имела место против какой-либо из наших стран. Но пройдет 10 лет, или, может быть, меньше, и мы исчезнем. Поэтому надо подумать, как лучше обеспечить единый фронт между тремя державами, которым следует прибавить Францию и Китай». Из трех пожилых людей, от которых во многом зависели судьбы мира, первым ушел президент Рузвельт. Он умер 12 апреля. Узнав о смерти президента, Сталин пригласил к себе посла США Аверелла Гарримана и заявил ему, что хотел бы дать какое-нибудь конкретное заверение американскому народу, показывающее его, Сталина, желание сотрудничать. Одним из таких актов доброй воли был приезд в Сан-Франциско на конференцию Объединенных Наций советского министра иностранных дел. Такова была обстановка, в которой возникла Организация Объединенных Наций. Это было радостное событие в истории всех народов. В то же время в биографии подпольной дипломатии наступил, кажется, один из самых решительных дней. 25 апреля предложение Гиммлера о капитуляции было тайно передано в столице союзных держав. В Вашингтоне по этому поводу срочно собрались новый президент Гарри Трумэн, генерал-маршал, адмирал Леги. На телефоне, как говорится, сидел Черчилль, с которым постоянно консультировались. В этот день у западных союзников был прямой шанс начать Третью мировую войну именно в день, когда образовалась Организация Объединенных Наций. Когда Трумэн
сообщил Черчиллю, что американцы считают неприемлемым предложение Гиммлера. Черчилль нетерпеливо перебил Трумэна, крикнув: «Но я хочу кончить войну». Уместнее было бы сказать: «Я хочу продолжить войну». Ибо принятие предложения Гиммлера бесспорно означало конфликт с СССР. Впрочем, это было бы вряд ли возможно. Народы стран антигитлеровской коалиции тотчас бы отвергли подобный поворот событий. Война кончалась, но не в интригах тайной дипломатии, а на ратных полях Европы. И кончал ее советский солдат. Он мечтал о мире навсегда, о мире для городов и сел России, для столиц и деревень всех держав на Западе и на Востоке.